Служение Дерика Принца. Женщины в церкви. Часть первая. Наша сегодняшняя тема – женщины в церкви. Я встречался с людьми из разных стран и разных культур, но особенно на Западе. И я заметил, что многие женщины живут с горечью и обидой по отношению к мужчинам. Им кажется, что их обманывают, угнетают и плохо с ними обращаются. Насколько я знаю, меня в этом обвинить нельзя. Там, откуда я родом, Такое отношение не было принятым. Поэтому я многие годы ничего об этом не знал, но от имени всех мужчин я хочу попросить прощения у всех женщин, которые были каким-то образом обижены. Вне всяких сомнений, на протяжении веков многие женщины были угнетаемы, Однако женщинам следует знать, что они не единственные, кто был угнетаем. К сожалению, история человечества со времен грехопадения полна угнетения и несправедливости. Сильные обычно угнетали слабых, богатые угнетали бедных, а образованные угнетали необразованных. Были исключения, но это лишь исключения. Если вы, как женщина, считаете, что к вам плохо относятся, или плохо относятся к вашему полу, то, скорее всего, это правда. Но не забывайте, что это лишь одно темное пятно на большой темной картине. А причина всего этого — грехопадение человека. Недавно я услышал простое высказывание, которое очень запомнилось мне. Мы живем в падшем мире, и именно это является главной причиной всех наших проблем. Мы отпали от Божьей благодати, мы впали в грех, мы воюем с нашим Создателем, но каким-то образом нам кажется, что мы знаем, как все должно быть, и мы расстраиваемся, когда все получается не так, как нам этого хотелось бы. Но помните, что все это из-за того, что мы живем в падшем мире, и неправедных людей больше, чем праведных, значительно больше. И в жизни многих людей больше печальных дней, чем радостных. Очень многое постоянно идет не так. В старых историях рассказывали о парах, которые женились и жили долго и счастливо. Это ложь. Никто не жил долго, и мало кто жил счастливо. И даже самый счастливый брак, а я прожил в таком 30 лет, заканчивается похоронами. Это серьезные и неизменные факты, которые следует принять во внимание. Итак, если вы думаете, что к вам относятся несправедливо, то помните, что так относится ко многим другим. Простите, конечно, если я каким-то образом вас обидел. Я не жена ненавистник, это явно не моя проблема. Наша цель в этом учении — быть объективными. Насколько я достигну этой цели — Решать только вам. Но перед тем, как перейти к этой теме, очень важно, чтобы я дал вам так называемый пророческий фон. Это второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. Это слово обращено ко всем христианам. Мы имеем пророческое слово. Мы хорошо делаем, когда прислушиваемся к нему. Итак, тут Петр говорит следующие слова. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». «Да коли не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Это свет, сияющий в темном месте. Если мы не будем прислушиваться к этому слову, то окажемся в темноте. Как минимум одна треть всей Библии — это Пророчество. Если вы игнорируете их и не прислушиваетесь к ним, то вы игнорируете как минимум треть Слова Божьего. Как вы можете быть успешными, если не открываете для себя свет пророческого слова? Вы же будете ходить во тьме. У этого будут два последствия. Во-первых, вы не будете знать, куда вы идете, а во-вторых, вы не будете понимать, что происходит вокруг вас. Только те, кто имеют свет пророческого писания, имеют четкое представление о том, куда они идут, и могут понимать очень запутанные вещи, происходящие вокруг. Я хочу показать вам одно пророчество, которое напрямую связано с нашей сегодняшней темой. Оно находится во втором послании Фессалоникицам, второй главе, третьем стихе. В этом послании говорится о пришествии Антихриста. Павел говорит, что Антихрист не придет, пока что-то не произойдет. Итак, это что-то не произошло, и мы знаем, что Антихриста пока не будет. Тут говорится о дне пришествия Антихриста. Павел говорит, «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Человек греха — это одно из имен Антихриста. Павел говорит, «Не думайте» что антихрист придет, пока не наступит так называемое отступление. В современном переводе сказано ⁇ восстание ⁇ а в новом американском переводе ⁇ отступничество ⁇ То есть перед финальным появлением антихриста будет ⁇ отступничество ⁇ Отступничество ⁇ это самый лучший перевод, потому что это прямое значение греческого слова ⁇ апостасия ⁇ Оно используется в еще одном месте в Новом Завете. Это книга Деяний, 21 глава, 21 стих. Вам легко будет запомнить это местописание. Тут иудеи обвиняют Павла в отступничестве за то, что он учил не слушаться закона Моисея. Итак, это слово означает отвернуться от открытой, божественной истины с бунтом и непослушанием. И пока этого не произойдет, Антихрист не придет. Именно отступничество в церкви откроет путь для антихриста. Бог определил, что через свою церковь, которая является Его органом управления на Земле, Он будет сдерживать беззаконие людей. Но когда церковь перестанет себя сдерживать и станет беззаконной, то больше некому будет сдерживать беззаконие на Земле. Именно поэтому беззаконие в мире постоянно растет. А все потому, что церковь по большей части отступила и отвернулась от открытой истины Слова Божьего. Ну а это уже, в свою очередь, привело к бунту. В истории есть этому много драматических примеров. Когда церковь падает, Божьи сдерживающие механизмы убираются. Приведу вам только один пример. В конце XIX века в Германии появилась так называемая «новая теология». Она не новее Эдемского сада, но именно так ее назвали. Эта новая теология не воспринимала Ветхий Завет всерьез или буквально, считая его сборником мифов, историй, стихов и других фрагментов, но только не Словом Божиим. Это, конечно же, повлияло на Европу и на весь мир в целом. Когда церковь в Германии отступила, то это открыло путь для потока зла и беззакония, от последствий которых мы страдаем и сегодня. Второй случай произошел в 1910 году. Лидеры церкви в Германии, все в той же стране, и выпустили официальное заявление, в котором они отказывались. От пятидесятнического движения. Они говорили, что оно от сатаны. Слава Богу, пару лет назад лидеры немецкой церкви собрались вместе и публично покаялись в этих словах. Тем не менее, эти две вещи, отступничество теологов и отвержение Святого Духа лидерами церкви, Открыли путь для потока беззакония. Назову вам два продукта этого процесса. Первый это Карл Маркс, второй ⁇ Адольф Гитлер. Появление этих людей в Германии можно приписать отступничеству немецкой церкви. Павел сказал, что отступничество... Будет. Это намеренное отвержение божественной истины. Сегодня отступничество называется гуманизмом. А вы знаете женскую форму гуманизма? Она называется феминизмом. Это лишь женская форма отступничества. И она берет свое начало еще в Эдемском саду во время искушения. Адама и Евы. Змей сказал, вы будете как боги, зная добро и зло. Он предложил им взять на себя ответственность за определение добра и зла. Именно этим и занимается гуманизм. Он забрал у Бога право определять абсолютный стандарт морали, праведности и истины. А вместо этого мы установили свои собственные стандарты. Мы решаем, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что нет. Я верю, это мое личное мнение, что самая сильная сатанинская сила, действующая сегодня в мире, это гуманизм. Если бы у нас было время, то мы могли бы проследить последствия гуманизма в разных ситуациях. Но проблема в том, что изначально он совсем не кажется злом. И как я уже сказал, феминизм ⁇ это женская версия гуманизма. Вы спросите, а почему сатана не придумал новое искушение? Да потому что старое всегда срабатывает. Поколение за поколением. Он всегда достигает успеха в том, чтобы убеждать людей брать на себя ответственность, которая принадлежит только Богу. И он всегда действует через гордость. Хочу сказать, что гордость — это самая опасная вещь, которая может прийти Вашу жизнь. В результате этого отступничества и беззакония в церкви беззаконие заполонило все человечество. Иисус предсказывал это еще в Евангелии от Матфея. Это 24 глава, 12 стих. Иисус перечисляет вещи, которые ознаменуют конец времени. Он говорит о гонении христиан. Отступничестве христиан, лже пророках, а в двенадцатом стихе он говорит так, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Греческое слово, переведенное здесь как любовь, это агапа. Обычно ее называют христианской любовью. Иисус предупреждает, что на земле будет такая атмосфера беззакония, что это повлияет даже на христиан, и их любовь охладеет. Именно с этой ситуацией мы столкнулись сегодня. Недавно я читал ежедневные ободряющие послания Селвина Юса под названием «Каждый день с Иисусом. Он Уэльсец, проживающий в Британии. Мы с Руфью годами читали его послание. В одном из отрывков он комментирует местописание 12 главу послания к римлянам, а именно второй стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». А вот его комментарий, который подтверждает мои слова. Церковь Христова всегда находилась в опасности получить промывку мозгов от этого мира. Но сейчас эта опасность как никогда сильна. Секуляризм — это еще одно название гуманизма — распространился далеко и широко, и мы несознательно начинаем думать о важных жизненных вопросах также как о них думает этот мир. Я имею в виду вопросы, которые имеют четкую и ясную христианскую позицию. Джей Филлипс переводит это место на современный лад таким образом. Не позволяйте миру вокруг вас втискивать вас в свою форму. Но пусть Бог перелепит ваш разум изнутри. Это очень серьезное предупреждение, должен вам сказать, я повсюду вижу, особенно на Западе, как церковь втискивает себя в форму мирского мышления. А когда мы неправильно думаем, мы неправильно верим. Все вы слышали о переводе Библии на современный английский, и это нормально. Я не имею ничего против этого, но я часто думаю, а можно ли использовать современный язык без современного мышления. Думаю, можно, но нужно быть очень осторожным при этом. А некоторые современные версии идут еще дальше от современного английского к современному мышлению. Этот вселенский бунт вызовет самый страшный суд Божий. Какой вы только можете себе представить. Скорее всего, вы не можете даже себе такое представить. Интересно, а кто из вас верит в то, что Бог будет судить мир? Многие люди ведут себя так, будто бы эта идея вообще застарела, и этого не будет. В книге Исаии. В 24 главе стихах с 4 по 6 описан суд на земле. Если вы начнете читать с первого стиха, то это удивительные слова. Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней. Это первый стих. А теперь мы посмотрим далее, второй, третий, и так далее стихи. «Сетуют уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли, и земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, Изменили устав, нарушили Завет Вечный. Зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли и немного осталось людей. Я не знаю, что думаете вы. Но я думаю, что все будет именно так, как здесь описано. Нам нужно выяснить, что именно вызвало такой ужасный суд Бога на всю землю. И ответ состоит из трех частей. В пятом стихе мы видим начало прояснения. «И земля осквернена под живущими на ней, ибо приступили законы, изменили устав, нарушили завет вечный». Против Земли или против обитателей Земли выдвинуты три обвинения. Во-первых, мы переступили законы. Один из примеров это 10 заповедей. Мы приступили 10 заповедей. Мы изменили устав. Я думаю, что устав ⁇ это Божий порядок для жизни или образ жизни, особенно в семье. В-третьих, мы нарушили вечный завет. Этот вечный завет заключен в Иисусе Христе. Я считаю, что большинство христиан сегодня нарушили этот завет. Мы — люди, нарушающие завет. Надеюсь, что это не относится к присутствующим здесь. Лидеры большинства деноминаций — Публично отреклись от непорочного зачатия, телесного воскресения Иисуса Христа и благосклонно отнеслись к бракам гомосексуалистов. Из этого видно, что мы нарушили вечный завет. Это и есть причины Божьего суда. А сейчас мы наконец-то переходим к сегодняшней теме о Божьем порядке или Божьей модели для жизни. Существуют два основных вида человеческих взаимоотношений. Отношения между мужем и женой, и между родителями и детьми. Это базовая божья модель. Есть правила для взаимоотношений между супругами, и между родителями и детьми. Если они нарушены, то мы высвобождаем катаклизм беспорядка. Беззакония и зла. Любому, кто несет за это ответственность, придется отвечать перед Богом. Если мы имеем дело с порядком в отношениях между супругами и между родителями и детьми, то не забывайте, что это очень важная и серьезная тема. От этого зависит наше благополучие. Сегодня мы часто слышим, что что-то является нормальным, потому что это культурная, знаете ли, особенность. Культура действительно изменилась. Но когда Иисус говорил об этих взаимоотношениях, то он вернулся к изначальной цели Бога, которая была при сотворении. Это Евангелие от Матфея, 19 глава, с 3 по 5 стих. Когда приступили к Нему фарисеи и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться женою своею. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал им, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Иисус сказал, не читали ли вы, что было в начале? Возможно, вы этого не знаете, но еврейское название книги ⁇ Бытие ⁇ звучит как ⁇ брешит ⁇ Или в начале? То есть Иисус намеренно упомянул порядок сотворения в начале. Он сказал им ⁇ вот отправная точка или стандарт ⁇ Павел также говорил о семейных взаимоотношениях особенно между мужем и женой, он сравнил их с вечными отношениями в Святой Троице. Первое послание к Коринфянам, 11 глава. Всего один стих. Это третий стих. Тут Павел говорит, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. То есть Павел пошел еще дальше, чем Иисус. В качестве модели он использует отношения в Троице. Он говорит, что главенство идет от Бога Отца к Христу, потом к мужу, а затем к жене. Ни один из этих факторов не может быть изменен культурой. Они вечные и неизменные. Хочу заметить, что глупо оправдываться за счет культуры. Люди говорят, ну, это культурная особенность. Правда в том, что если проанализировать культуры всего мира, то большинство из них основаны на демонических обрядах и суевериях. Как же мы можем использовать нечто демоническое в качестве модели для нашей христианской жизни? Давайте уж перейдем к оригинальной модели. Так будет правильно. Думаю, начать нужно именно с нее, если мы хотим заложить прочные надежные основания. В Бытии 1 главе 26 и 27 стихах говорит сам Бог. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему. Это было решение всей Троицы. Отец, Сын и Святой Дух решили это вместе. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил Его. Мужчину и женщину сотворил их. Вот как был создан человеческий род. Мужчина и женщина они были созданы, чтобы править. Мы не знаем никаких деталей об их взаимоотношениях, но главная идея заключалась в том, чтобы мужчина и женщина вместе управляли землей. Затем мы читаем причину, по которой была создана женщина. Будучи мужчиной, я признаю, что женщина ⁇ это тайна. Думаю, многие мужчины пришли к тому же выводу. Недавно я услышал простое высказывание, которое очень мне запомнилось. Мы живем в падшем мире, и именно это является главной причиной всех наших проблем. Мы отпали от Божьей благодати. Мы впали в грех. Мы воюем с нашим Создателем, но каким-то образом нам кажется, что мы знаем, как все должно быть. И мы расстраиваемся, когда все получается не так, как нам этого хотелось бы. Но помните, что все это из-за того, что мы живем в падшем мире. И неправедных людей больше, чем праведных. Значительно больше и в жизни многих людей больше печальных дней, чем радостных. Очень многое постоянно идет не так. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады.